Приветствую всех, кто решил открыть это видео. Давно не было от меня роликов, но поверьте, все это исправимо. Сегодня в этом видео я бы хотел рассказать вам об одной из новинок Parblo. Parblo прислали мне планшет, который я решил опробовать. Так, например, арты, которые вы сейчас видите, были полностью нарисованы на этом планшете. И знаете, что я вам скажу? Это самый лучший планшет, который я использовал для рисования. Первое, что хотелось бы отметить, так это сам набор, который ко мне пришел. Планшет пришел в немаленькой коробочке, которая была красочно украшена. Открывая ее без трудностей, меня сразу же встретил графический планшет, а после инструкция по установке драйверов и целый лист наклеек. Стиль наклеек довольно-таки интересный, поэтому с радостью некоторыми я украсил свой компьютер. Наконец, в комплекте дают стилус, чехол для стилуса, дополнительную инструкцию по подключению планшета, провод USB Type-C и стержни для замены. Уникальность планшета заключается в том, что его можно использовать не только для компьютеров и ноутбуков, но и с его помощью можно рисовать на телефонах и планшетах. Как раз в этом ему помогает переходник, что дается в комплекте. Рассматривая сам планшет, а именно его дополнительные кнопки, можно заметить некий переключатель. Благодаря ему можно регулировать, на каком устройстве вы рисуете. Основные кнопки можно использовать во время процесса рисования, как, например, приближение и отдаление холста, замена размеров кисти и другие функции. Серьезно, это действительно восхитительный графический планшет, что обладает качеством, так и по доступной цене. Кстати говоря, приобретая его, можете ввести мой специальный промокод, по которому вы получите скидку в 10%. Что касательно драйверов, все очень просто. Драйвера установятся на официальном сайте Parblo, а после настроек можно успешно приступить к рисованию. В итоге хотелось бы выделить минусы и плюсы. К плюсам можно отнести то, что, как и многие планшеты Parblo, они легкие, их легко переносить в случае чего. Настройка планшета удобная. В нем можно с легкостью настроить свое перо или расположение самого планшета. Планшет обладает дополнительными кнопками, что упрощает процесс рисования. В комплекте идет стержни для стилуса, переходник и USB-провод для подключения планшета. Минусов по использованию планшета я не обнаружил. Планшет оказался действительно качественным и комфортным для использования. Что же, в качестве заключения хотелось бы продемонстрировать процесс рисования целого полноценного арта на данном графическом планшете. Приятного просмотра!